Привет, подписчики паблика Игромания, меня зовут Рязан, и я продолжаю играть в DLC к метро Луч Надежды. Последнее, что я прошел, была миссия снайперы. Что я не могу сказать? Честно, отстой. Да как и предыдущие две тоже. Не очень. Конечно, на вкус и цвет фломастеры разные, но мне не понравилось. И покупать эти DLC или нет, я бы сказал, что не стоит. Кстати, я проверил остальные DLC. Ну, все, кроме Ханна и Анны. Ханна и Анна я еще не посмотрел. Эти DLC-шки, они вообще не запускаются. Не знаю, в чем проблема. Может, у меня игра криво встала. Что-то еще. В общем, но я думаю, что особо я тут много не упущу. Потом посмотрю еще две DLC-шки. Если будет нормально, я для вас запишу. Если не запустится, ну и хрен с ними. Перейду на другую игру. А сейчас я покажу вам, возможно, последнее DLC, которое я сейчас буду проходить. Это башня. В чем суть? Мы будем отбиваться, то есть я буду отбиваться от атак, от волн противников. Их будет, конечно же, больше, они будут сильнее. Но я надеюсь, не будет слишком большого дисбаланса. Так как я боюсь, я поставлю легко. Как же не вовремя меня угораздило получить ранение. Столько лет мы готовились к тому, чтобы начать, наконец, борьбу с последствиями войны. Мы собирали данные, ученые проводили исследования. Все, наконец, почти готово. А я вынужден сидеть, сложа руки, и ждать выздоровления. Хотя у полковника, похоже, все же есть для меня задание. Иначе зачем бы ему меня вызывать? Давайте узнаем, что же это за задание. Ну ладно, к делу. До выздоровления поступаешь в распоряжение наших ученых. Они занимаются боевым тренажером, запросили содействие. Нужен опытный оперативник для обкатки, так сказать. Подробности они тебе на месте расскажут. Как из лифта выйдешь, сразу налево. О, это же Джесси. Немножко, правда, постарел. Ну, давай, капитан, а это Хайзенберг, значит. Науке. Бывай. Хотя они чем-то похожи. А это один из братьев-акробатов. Времени нет тут торчать. Ладно, ладно, что ты мне тут приказываешь? Слушай, капитан, не томи. Ботаники не пошли землю копытом. Лучше? Да, лучше. Вообще без ног, видишь? Еще месяц, и будешь как новенький. Отдыхать некогда, 7 лет как война закончилась. А мы что? Все сидим в этом Д6, наблюдаем. Пора что-то менять. Да, я согласен с тобой. Не, это, наверное, вот, скорее всего, Хайзенберг. Пишет новую формулу к мету. Теперь будет не синий мет, а розовый. Выпустите меня, я не хочу с вами быть. Я хочу на волю. Господи, что с моей тенью? Посмотрите. Представляю, как он выглядит со стороны. Я доцент Чукотский, можно просто Чук. Руководитель проекта по разработке виртуальных боевых тренажеров. Код темы – башня. А это моя правая рука, Анастасий. Можете его звать Геком. Итак, ближе к делу. Вот, собственно, тренажер, который вам предстоит испытывать. В общем, все просто. Садитесь в кресло, надевайте очки. Да мне уже пофиг, давай. Погнали. Oculus Rift версия 2.0. Мне кажется, все хорошо. Попробуйте подвигаться, повертеть головой. Итак, это стартовая комната. В ней можно выбрать оружие. Пройдите к стойке и возьмите оружие. Возьмем. Все берем.
Все. Так, кажется, теперь все хорошо. И мы уже подготовили задание. Капитан, в следующем испытании вам надо будет продержаться определенное время. Думаю, это будет интересно. Противники люди. Приступайте. Подойдите к описанию задания и активируйте его. Так, тут мины. Сейчас начнется замес. Надо подготовиться к нему. Конкретно. Так, и здесь, наверное. Так, последняя. Так, 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 что у меня еще есть? Есть динамит. Хедшот. Ловлю. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, это на легком? Что нифига не на легком. Долбаные боты. Умри! Фашисты хреновые. Патроны. Плохо они мочат. Не, пора отсюда уходить. Вау. Ребята, вы слишком больно стреляете. Как бы у меня так все патроны не кончились. Эх, мин больше нет. Мне кажется, лучше всего вот здесь отсиживаться. Напротив. Ох ты, нифига. Видели, как он стрелял? Как же не... Стреляют, гады. Последние патроны забрал. Хотя, может, еще где-то есть. Надо будет посмотреть. Ну ладно, пока что мне хватит. Ох, прямо возле меня взорвалась.
чего они стреляют? Поздравляю, капитан. Первое испытание завершено успешно. Ну, нифига себе. В арсенал добавлен новый образец оружия кустарного производства. Обратите внимание. Итак, вашим следующим противником будет новая форма жизни. Мутант Талпа Насута Меркулоза. Или, как говорят в простонародье, Носач. А что-то на ублюдка сменим. Согласно вашим предпочтениям и возможностям. Вместо пистолета я, короче, возьму дуплет. Или все-таки... Так, а что это у нас? Картечный пистолет. А дуплет это двухстволочка. Давайте дуплет возьму. И... даже не знаю, что... Ну ладно, оставлю. Это что у нас? Ашот. Буду с Ашотом. С калашом. И это у нас дуплет. Нормально. Так, противники на Сочи. Рейтинг нормальный. Рейтинг высокий. Рейтинг... высший. Да ну нафиг, вы шутите? Я там чуть не помню. Думаю, объяснять нечего. Вся надежда на фонарь. Посмотрим, что тут у нас. Так. Надо успеть поставить мины. О, господи, какие они страшные звуки издают. Ты мне мину испортил, гад. Вот это мне оружие нравится. Самое оно. Так, мин у меня больше нет, но динамит есть. А вот где и патроны брать? Тридцатку стоит. Что-то дорого, слышь. Подешевле не могли найти? Давай, ёпта. Иди сюда. По мне ходил, что ли? Так, патрончики бы. Не хватает, что ли, бабла? Да ладно. Блин. Хреново дело. Ох, идут. Сейчас я им динамитика. Опа. А, вот они, патроны. Пока с... А еще тебя помочь им их. Сдохни, Носач. А вы тут что? Надо их успеть убить, пока они дверь не сломали. Честно, против них гораздо легче против людей, чем против людей. Так, новая волна. Патроны еще у меня есть, отлично. Так, третья волна.
Ух ты. Что это за твари? А, это те, которые волну издают. А, еще и такие есть. Ну что, идите ко мне. Ох, нифига меня оглушило. Умираю. Но я так не, просто не сдамся. Эх, что-то уже как-то скучновато становится, хотя вначале было интересно. Вообще, так, в такие режимы лучше всего играть, конечно, вдвоем. Но почему-то разработчики предпочли сделать для одного человека. Последняя волна. Боеприпасов возьмем. Ох, нельзя их близко подпускать к себе. Так, вы тут не ломайте мне. Эх, помираю. Ох, это был... Это было очень близко. Патрон совсем нет. Ох, это закончилось. Проверьте отлично. Проверьте арсенал, капитан. Думаю, вам понравится. Ну, давай посмотрим. Нет, проверь таймер. Так у меня всегда все в порядке, тут и проверять нечего. Да ну! А кто в прошлый раз 50 минут вместо 5 выставил? Забыл? Проверю. Таймер в порядке.
Так, подонка взять или винтель? Для дальней дистанции отличное оружие. Давайте-ка я возьму... Так, вместо обычного калаша 2012-й. И вместо дуплета... так как он много патрон расходует. Возьму я винтель. Чтобы на все три оружия были разные патроны. Такс. Рейтинг нормальный. Орда. Орда. Противников будет немного, а очень много. Очень много. О-о-о, да ну нафиг. Короче, сразу давайте последний режим. Пробуем. Так, а, людей могу покупать? Блин, что я делаю? Короче, они идут оттуда. Вот с такого оружия мне нравится стрелять. Ох, подбираются. Так, могу я там людей купить? Да, круто. Вот это вот круто. А то одному совсем не интересно. Хотя какие-то они слабенькие совсем. Ой, я косой. Так, а что у нас здесь? Более крутые. Ну, денег пока у меня не хватает. Кстати, когда мои напарники тоже кого-то убивают, мне за это тоже дают деньги. Ни в коем случае нельзя им пробить двери. Моих не трожь. Так, откуда эта падла стреляет? По мне своими лучами. Снова ты, скотина! Ах, как она раздражает. К сожалению, один у меня погиб. Эх, жалко. Так, эти двадцатку стоят, ну ладно. Тут у нас что? И эти двадцатку. Давайте-ка, появляйтесь, прикрывайте. Так, с... мин до сих пор нет. Хреново. Патроны 25. Отлично. Все, жить, живем.
Эх, жалко товарища.